Вот так приветствовали на улицах Видного главного новогоднего волшебника и его внучку Снегурочку. В первый день школьных каникул они помогали перейти проезжую часть детям и людям пожилого возраста. Вместе с символом 2021 года бычком и их сказочными друзьями они приняли участие в новогодней акции ГИБДД «Засветись от Деда Мороза». А перед тем, как переходить на зеленый, что нужно сделать? Посмотреть. А куда посмотреть? А потом? Сотрудники ГИБДД и сказочные персонажи в исполнении педагогов детского сада номер 10 «Ласточка» дарили прохожим световозвращающие браслеты и напоминали водителям и пешеходам, как важно уважать друг друга и соблюдать правила дорожного движения. Сегодня наш Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, ну и особенно, конечно же, наш будущий, да, символ наступающего года бычок, все одеты во световозвращающие элементы. Еще раз объясняем нашим участникам, пешеходам, что нужно быть яркими, заметными на дороге и использовать световозвращающие элементы. Световозвращающие элементы особенно актуальны в зимний период, когда на улице рано темнеет. При движении с ближним светом фар в темное время суток водитель способен увидеть пешехода на расстоянии от 25 до 50 метров, тогда как с фликерами этот показатель увеличивается до 200 метров. Таким образом, значительно снижается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Это очень нужно, актуально, и детям хорошо воспринимается и запоминается. И нам, взрослым, полезно лишний раз напомнить, как правильно вести себя на дороге. Участники акции поздравили всех жителей с наступающим Новым годом. Не забыли и о телезрителях. Безопасных дорог. Мы всегда желаем счастья, мира, благополучия в домах. Семьи – это святое, поэтому всегда возвращаться домой, чтобы вас всегда любили, ждали. Ну и так, ни гвоздя, ни жезла. Желаю я, чтобы Дед Мороз мешок вам радости принес. Еще мешок со смехом, а третий бы с успехом. Свою печаль, свою беду. Сложите все в мешок к нему. Пусть этот все он это заберет и в лес обратно отнесет. Счастья, добра и любви! Желаю всем здоровья, чтобы все люди берегли себя. Предыдущий год был очень сложным для всех нас, но мы со всем справились и со всем справимся вместе. Вместе мы все молодцы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.